10 миллиардов 296 миллионов рублей. Таков сегодня размер госдолга региона. Ранее этот показатель был значительно выше. Всего год назад он составлял почти 13 миллиардов рублей. Структура госдолга такова: 3 миллиарда 1 миллион рублей – это долг по банковским кредитам, и 7 миллиардов 295 миллионов, как я уже сказал, это долг перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Погашение задолженности по бюджетным кредитам взятым регионам будет осуществляться поэтапно в течение 7 лет. В ходе заседания депутаты Комитета по бюджету, налогам и экономической политике поддержали проект закона, который регулирует вопросы по уплате штрафов и пени за нарушение сроков возврата долга. Однако, как было отмечено, Брянская область соблюдает график погашения кредитов, и штрафные санкции нам не грозят. Кристина Прицхилова, Максим Кузнецов, «События Брянск».